Нечасто на поле у борозды можно увидеть мотогонщиков, катающихся по пересеченной местности и показывающих различные трюки. Нам повезло, вчера в Клин приехали ребята из внедорожной школы эндуро и провели показательную тренировку. Да, и хоть мы не катались вместе с ними и не выполняли все эти трюки, но адреналин в крови бурлил и заставлял волноваться за спортсменов. Вместе с командой мотошколы на тренировке был и призер чемпионата мира и Европы Евгений Тылецкий. У нас сегодня открытая тренировка, показательное выступление, чтобы как популяризировать мотокросс в вашем городе, показать, как, что это такое, как это выглядит. Тренировка состояла из нескольких дисциплин. Это мотокросс и эндуро. Например, для меня слово эндуро звучит как название какого-то племени в Африке. Мотокросс дает приставку, по которой можно точно понять, что это слово относится к мотоциклам. Но что означают эти слова для мотогонщиков? Мотокросс – это гонки на мотоциклах по закрытой трассе, по пересеченной местности. То есть это гонки по кругу, по небольшому, ну, километр 2-3, но на время. То есть дается определенное время на выполнение дистанции. И кто приезжает первым, тот и первым, вторым, третьим. Так и распределяются призовые места. Эндуро – это более длительные, так сказать, на выживание, ну, как на выживание, образно говоря. Это большой длинный круг, вплоть до 10-20-30 километров, со своими правилами, с допами, со спецучастками и так далее. То есть это препятствия, там все намного сложнее, дольше, но тоже интересно и зрелище. Основной костяк команды составляют, конечно же, парни. Все-таки это больше мужской вид спорта, нежели женский. Больше, но не полностью. В этой компании гонщиков есть и девушка, которая не уступала парням ни по каким параметрам. Занимаюсь с 13 лет, сейчас мне, собственно, 17. Я бронзовая призерка России по зимнему питбайку и после питбайка пересела на мотоциклы. Сейчас у меня достаточно кубков, медалей, ну и за участие тоже иногда даю что-нибудь. Уже в столь юном возрасте у нее есть внушительные награды, которыми можно гордиться. Но это все было раньше, а как мы знаем, спортсмены всегда хотят большего, и у них всегда есть цели и планы на будущее. На будущее? Чемпионат России проехать, занять по там мотокросс? По эндуро даже скорее. По эндуро? Да. Но кросс тоже, это основа всего. А в кроссе, собственно, хочу научиться делать VIP.